Приветствую, друзья мои, меня зовут Александр, я гитарист, репетитор гитары, аранжировщик, композитор, и это видео я записываю с целью рассказать вам об услуге, которую я называю видеоконсультирование. И сейчас в нескольких словах я объясню вам, чем она отличается от онлайн-консультации, которую я провожу по программе Skype. Суть в чем заключается? Я понимаю, что многие люди заняты в плане работы, у них очень плотный график и сложно иногда найти время для того, чтобы четко заниматься по графику в определенные дни недели и в определенные часы онлайн. Более того, мы живем на планете, в которой множество часовых поясов, и не всегда удобно встречаться в онлайн режиме, если мы живем на разных концах планеты. Видеоконсультирование заключается в том, что вы разбираете то или иное произведение, может быть какой-то этюд, или разбираете то или иное упражнение, и в момента его разбора у вас возникают какие-то сложности технического характера, связанные с левой рукой, может быть, с правой рукой, какие-то пассажи. Вы записываете видео, в котором рассказываете о проблемах или трудностях, которые возникают у вас в процессе игры той или иной композиции. Я внимательно смотрю это видео и в максимально короткие сроки высылаю вам видео-ответ, который записываю таким же вот образом на камеру с микрофоном в качественном звучании, с качественным изображением. Вы просматриваете это видео в любой удобное для вас время, в любом удобном для вас месте и любое количество раз, сколько вам удобно, для того, чтобы максимально ясно понять видеоответ мой. После того, как вы его просмотрели, вы применяете мои советы, рекомендации, пожелания на практике. То есть исправляете какие-то, может быть, недочеты и преодолеваете те трудности, которые у вас возникали. После этого опять-таки записывайте мне следующее видео, которое я также внимательно просматриваю. Если все отлично, я высылаю вам отличную оценку и даю определенные советы и рекомендации. И вот таким образом можно раз за разом высылать различные вопросы. Эти вопросы могут быть как продолжительными, так и очень короткими, и на каждый видео вопрос вы гарантированно получите видео ответ. Более того, вы сможете высылать мне не только видео вопросы, но также присылать вопросы по электронной почте и по чату в Skype. В этих вопросах, которые присланы по электронной почте или по чату в Skype, вы можете указать, каким образом вы хотите, чтобы я вам ответил, или в видео режиме, или же вам будет достаточно текстового формата. Более того, если даже вы не попросили видео ответа, и я посчитаю, что правильнее и более развернуто смогу ответить в видео режиме, я, конечно же, запишу видео и вышлю вам следующий файл. Вот в чем заключается вид данной услуги. Данную услугу можно приобрести в плане абонемента на 1 месяц, на 3 месяца, на полгода и на 1 год. О ценах и более подробных деталях вы можете узнать сразу под этим видео. На этом я хочу с вами попрощаться. И если вам данный вид услуги максимально комфортен, если он вам подходит, или вы хотите попробовать этот режим, вы можете прислать мне одно видео короткое, и я отвечу вам в видеорежиме на присланный вам вопрос. Если данный вид услуги вас устроит, вы сможете приобрести абонемент, и мы с вами будем вот таким вот образом общаться и выстраивать отношения и осваивать игру на гитаре вместе. На этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого наилучшего и до встречи в следующих видео. Пока-пока!